Так, мы должны пройти. Это чё, шутка? Господи, что я сделал? Зачем? А ты неплох в этом. Да, я, спасибо, я знаю. Самое страшное место, которое можно только представить. Добро пожаловать в школу. Я и сегодняшнюю игру на Лксайте, надеюсь, я верно произнес. Мне посоветовали в Дискорде, и это что-то вроде испытаний, которые я должен пройти и что-то кому-то доказать. Итак, получен бейдж, начало эксперимента. Привет. Наше имя... Ноль, да? Нал. Так, три человека здесь. Да, это мое имя, все правильно. Давай-ка посмотрим. Куда мы будем смотреть? На три точки твои. Эту игру посоветовал человек из Дискорда. Так. Похоже, что ты играешь сам, без друзей. Аккаунт создан 1024 дня назад, ребят, вы в курсе? О, я ветеран Roblox. Это здорово. Да, все так и есть. Не так, как ты понял, мы знаем о тебе почти все. И нам нужно узнать, кто самый сильный игрок в этом эксперименте. Так, и мы выберем кого-то, чтобы убить. Да, все так? Так вот, да блин. Но у меня есть три жизни. Удача. Если хотите тоже советовать игры для видео, можете заходить в Дискордик, а также, в телегу. Кстати говоря, но в Дискордике как раз... О, так, призывает. В Дискордике можно в определенном разделчике посоветовать игру для видео. Да, заходите. Ссылки в описании. Ой-ой-ой, здесь много людей умирает по непонятной причине, но пол будет лава через 3 секунды. 3 секунды прошли, пол это лава. А, фух. Как это было, блин, стрёмно. Я думал, пол будет намного выше. Похоже, что никто здесь не умер. Хорошо, давайте попробуем что-то еще. Можешь слезть. Можешь слезть с боксиков. Ну, типа с коробочек. Тогда и подумать. Ага, у меня отличная идея. Найди кнопку, чтобы открыть вентиляцию. Кнопку найти. Найти кнопку, это будет сложно или не сложно? Где кнопка? Камеру вижу, кнопку не вижу. Ой, а время-то тикает. А время-то тикает, слышь. Она видимая или невидимая, эта кнопка твоя? Я думал, она на коробке. Но ее нет на коробках. А, судя по всему, она невидимая. Ага, отлично. Кнопка может быть где-то в других комнатах. О боже. Ой, и отлично, можно расталкивать ящики. Ящики пошли вон. Все ящики должны уйти отсюда. Слишком много ящиков и слишком мало времени. Я не сразу понял, что надо искать не только в одной комнате, а повсюду. Минуточку, здесь нет никаких кнопок, судя по всему. Возможно, ее спрятали здесь, конечно. Ну-ка, уходи. Ладно, у меня есть еще 15 секунд для того, чтобы пройти в некстовую комнату. Господи, как здесь много всего. А если я был бы с людьми, то они бы мне помогали или нет? 2, 1, я умру? Мама, я умру или нет? Ага, я умру. Time to die. Похоже, ты умер. Не повезло. Это твоя первая смерть, так что не волнуйся. У тебя есть еще 2 жизни. Но если ты умрешь трижды, ты можешь резнуться только за робоксы. Окей, резаемся. А где мы? Так, мы должны пройти. Это чё, шутка? Господи, что я сделал? Зачем? Я просто прошел светяшку. Это смерть еще одна. И мне дают последний шанс. Резаем. Так, хорошо. Ага, все, теперь я понял. Теперь я уже больше понимаю и становлюсь внимательнее. Оп, это просто обе. О, нормально. Ладно. Я думал, что меня сейчас убьют, но нет, все отлично. Это просто обе. Это я умею. Или нет? А, умею, да. Какие красивенькие светяшки здесь, вы заметили? Аккуратно, главное аккуратно. Ручки не расставляй сильно, пожалуйста. Очень хорошо. А как здесь перепрыгнуть? Нормально. А здесь? Оп. Красота. В целом уровень с обе меня очень успокаивает, потому что до этого было то, что я не смог осилить. А это все я осилю явно. Похоже, что ты это сделал. Окей, поехали в другую локу. Все, поехали, новое испытание. Так, давай-ка посложнее. Ну, здесь говорят глубже, типа, но имеется в виду посложнее. Добро пожаловать в... О, источник, да, или как? И что, мне ничего не говорят. Мне не говорят, что делать. Абсолютно, я просто не понимаю. Так, это что-то типа бейсмента. Типа,
подвала, да? И что? И что нужно сделать в этом подвале? Так, надо собрать все какие-то шарики. Но я не видел еще ни одного, я не знаю, как они выглядят банально. А сколько этих шариков? Почему мне не говорят, сколько шариков всего здесь? Но здесь больше ничего не светится, я в этом... Я в этом уверен. Ничего не светится больше. Конечно. Конечно, ничего не светится, расскажешь. А вы заметили, что здесь нет времени? То есть я могу находиться здесь столько, сколько понадобится, и меня не могут убить? Кстати, если вы хотите, чтобы мы пришли сюда либо вместе с девочками, либо с подписчиками, можете прямо сейчас поставить лайк и написать об этом в комментариях. О, секретная комната? Нет, это не секретная комната. Мне почему-то кажется, что вот эта сфера последняя. Да, отлично, я нашел все сферы. А ты неплох в этом. Да, я, спасибо, я знаю. Это нехорошо, мама. О, какая классика хоррор-игры. Выключили свет. Найди генератор. О, боже мой. Я, по-моему, не видел никакого генератора, насколько я помню. А, да? Действительно классика хоррор-игр. Чел, не очень-то хотелось с тобой сейчас общаться, правда. Генератор должен быть где-то рядом, я думаю, здесь. Эта дверь вроде бы была закрыта. Это генератор? О, это он. Найди меня. Ха? Что? Он не включает свет. Ну, наверное, потому что он ни к чему не подсоединен. Он просто обособленный генератор, который просто сидит здесь. Лежит здесь. Так и где свет? Я же говорю. Я же все объяснил. А будут скримеры? Как вы считаете? А? Опа, откроется дверь, которую я подозревал в секрете. Не сдавайся. Ты все ближе. А, это самое страшное место, которое можно только представить. Добро пожаловать в школу Жиза, по-моему, нет? То есть мы просто сменили плейс, то есть то задание я выполнил. Действительно, мы в очень страшном месте. Итак, здорово, класс, я не успел прочитать. Есть три вопроса, не успел прочитать. Эксперимент номер один, изолятор. Удача. То есть это изолятор? О боже, что? 1024 дня, да, вроде бы? Изолятор. Судя по всему... А, нет. Здесь мое имя. Я не помню его имя. А как его имя? О нет, я не помню его имя. О боже. Ладно, я не успел. Меня убьют. Время вышло. А будет, не знаю, хоть какой-нибудь... Сейчас убьет меня. Не убивай. О, один из тех, кто ввел свое имя верно. Кто-то реально может ввести свое имя неверно. Оценка Б. Четверка, ребят, у меня четверка. Неплохо? Подождите, я не умру? Похоже, что ты слушал меня. Почти слушал тебя, я не запомнил твое имя. Напомни свое имя, пожалуйста. Хорошая работа. Но меня же не убьют за четверку. Не убьют же за четверку, правда? Боже, меня не убили, и меня снова отправляют в другой плейс. Ты не выглядишь напуганным. Я такой, да, не боюсь тебя, абсолютно. Мне кажется, у меня нет выбора. А, ой, нет, только не спрашивай ничего еще, пожалуйста. Наоборот, вверх тормашками, правильно? И что это значит? О, можно выйти из класса, подождите, отлично. Я не хочу здесь больше находиться, я хочу выйти. Найди выход, я уже пошел. По левой стороне, ребят, по левой стороне. А, так здесь нет лабиринта толком. А, вот лабиринт. По левой стороне, всегда идем по левой стороне. Ага. И судя по тому, что здесь нет времени, я в любом случае должен победить. Ага, по левой стороне шел и нашел выход, судя по всему. Похоже, ты это сделал. Точка, точка, точка. Ой, меня остановили, постойте. Я слепили вдобавок. Окей, хорошо. Ты неплохо справляешься, но недостаточно хорошо. Поехали дальше. А много здесь вообще этих... Ага, хранилища. Много здесь вообще этих приколов? Морзе, надо слушать... Ой, я не успел прочитать. О нет, два кода. Надо ввести оба, каждый из них. Удачи, спасибо большое. Так, один с одной стороны, другой с другой, да? Да нет, спокойно, я... Встань, пожалуйста. Где они могут быть? Они где-то зашифрованы. Мне это сразу сказали. О, отлично. Base 64. Но здесь шифр. Так, судя по вот этой штуке,
У меня код 98169. О, ребят, смотрите. Лампочка мигает с определенной частотой. Пришлось немножко постоять с этой азбукой Морзе, и у меня есть циферки. О, да, наконец-то. Короче, тут главное понять, какая циферка идет первой. И я понял, и отправляюсь в next place. Ты выглядишь уставшим. Давай сделаем что-нибудь веселое. Ты должен избежать лавы или умрешь. Подготовься. Все, я должен быть уже готов или нет? А, уже готов, да. Спасибо, что хотя бы немножечко мне подсказываете. Ой-ой, допрыгнул. Ой, хорошо. Ой-ой-ой, а что такое? А что такое? Ага, ладно, я, похоже, здесь умру, да? Да. Прикол. Это моя последняя смерть, по-моему, была, да? Здесь нет шифта, что самое мерзкое. Здесь нет шифта. И я умер до конца, нет? А, да, расскажешь, не хочу я, мне лень. Короче, ребят, напишите в комментариях, если хотите, чтобы мы вернулись сюда с девочками или с подписчиками. А на сегодня это все, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии, на колокольчик нажимайте, всем пока.